детстве я очень любил кочерыжку у капусты. И когда родители солили капусту, рубили ее, я всегда ждал, что кочерыжку отдадут мне. И мечтал, может быть, вот наступят такие времена, что можно будет выращивать капусту, чтобы это была одна кочерыжка. Но вот мечта моя сбылась, когда я узнал про капусту кальраби. Вот она. Похожа она с виду на репку. А это и есть та самая кочерыжка, о которой я и мечтал. Можно ее выращивать рассадой, можно ее сеять непосредственно в грунт. Как правило, большинство сортов и гибридов кальраби, они скороспелые. Кальраби должно быть на каждом столе. Очень полезная, очень вкусная. Кстати, из кальраби можно делать капустный сок. Если вы вырастили много кальраби, то капустный сок через соковыжималку очень полезный и очень для пищеварения хорош. Как ухаживать за кальраби? Очень просто. То есть кальраби достаточно неприхотливая, как и за обычной капустой, любит плодородную землю, любит поливы. И как вы выращиваете обычную капусту, белокочанную или брокколи, также выращивается и кальраби. Только ухода за ней поменьше. По крайней мере, слизни кальраби практически не атакуют. Корнеплод, который образуется, слизни никогда не трогают. Он практически никогда не растрескивается и не бывает червивым. А, кстати, кальраби можно еще и потушить, как обычную капусту. То есть режете ее либо дольками, либо кубиками и тушите вместе с другими овощами и пряными травами. Очень вкусно и очень полезно.